Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Demet Özdemir собралась с духом и объединилась с Энгином Акуреком. Сегодня у меня для вас очень интересные новости. Как известно, Demet Özdemir и Энгин Акурек делят главные роли в сериале «Меня зовут Фарах». Сериал очень популярен и рейтинги тоже очень хорошие. Но то, что я собираюсь вам рассказать, гораздо интереснее, чем драма. Недавно Demet Özdemir объявила, что разводится с Агужаном Кочем. Эта новость удивила всех, потому что дуэт выглядел очень счастливым. Так почему же они развелись? И тут в дело вступает Энгин Акурек. Да, вы не ослышались. Говорят, что Demet Özdemir влюбилась в Энгина Акурека и ради нее оставила Агужана Коча. Согласно источникам, Demet Özdemir собралась с духом и пошла в дом Энгина Акурека. Я не знаю, что там произошло, но я не думаю, что кто-то из них мог скрывать свои чувства друг к другу. Инцидент произошел минувшей ночью. После того, как Demet Özdemir ушла с телевидения, она позвонила Энгину Акуреку и сказала, что хочет сделать ему сюрприз. Энгин Акурек тоже был очень счастлив и начал смотреть вперед. Demet Özdemir приехала к дому Энгина Акурека на своей машине. Он постучал в дверь, и Энгин Акурек открыл дверь. Две сцены объятий в сериале тому доказательство. Demet Özdemir и Энгин Акурек выглядят на экране очень страстными, и химия между ними не теряется. Как вы думаете, эти двое должны быть вместе? Я очень люблю и поддерживаю это. Как вы думаете, у Demet Özdemir и Энгина Акурека только одна главная роль или их больше? Я слышал, что между ними ходили слухи о любви. Утверждалось даже, что Demet Özdemir собралась с духом и пошла в дом Энгина Акурека. Я не знаю, правдивы ли эти слова, но если вы спросите меня, они оба очень красивые и красивые люди. Может быть, они даже влюбились, кто знает. Эта новость удивила вас. Я был очень удивлен и очень счастлив. Demet Özdemir и Энгин Акурек стали красивой парой. Я надеюсь, что вы всегда счастливы и ваша серия продолжает быть успешной. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Demet Özdemir собралась с духом и объединилась с Энгином Акуреком. Сегодня у меня для вас очень интересные новости. Как известно, Demet Özdemir и Энгин Акурек делят главные роли в сериале «Меня зовут Фарах». Сериал очень популярен и рейтинги тоже очень хорошие. Но то, что я собираюсь вам рассказать, гораздо интереснее, чем драма. Недавно Demet Özdemir объявила, что разводится с Агужаном Кочем. Эта новость удивила всех, потому что дуэт выглядел очень счастливым. Так почему же они развелись? И тут в дело вступает Энгин Акурек. Да, вы не ослышались. Говорят, что Demet Özdemir влюбилась в Энгина Акурека и ради нее оставила Агужана Коча. Согласно источникам, Demet Özdemir собралась с духом и пошла в дом Энгина Акурека. Я не знаю, что там произошло, но я не думаю, что кто-то из них мог скрывать свои чувства друг к другу. Инцидент произошел минувшей ночью. После того, как Demet Özdemir ушла с телевидения, она позвонила Энгину Акуреку и сказала, что хочет сделать ему сюрприз. Энгин Акурек тоже был очень счастлив и начал смотреть вперед. Demet Özdemir приехала к дому Энгина Акурека на своей машине. Он постучал в дверь, и Энгин Акурек открыл дверь. Две сцены объятий в сериале тому доказательство. Demet Özdemir и Энгин Акурек выглядят на экране очень страстными, и химия между ними не теряется.
Как вы думаете, эти двое должны быть вместе? Я очень люблю и поддерживаю это. Как вы думаете, у Демет Аздемир и Энгина Акурека только одна главная роль или их больше? Я слышал, что между ними ходили слухи о любви. Утверждалось даже, что Демет Аздемир собралась с духом и пошла в дом Энгина Акурека. Я не знаю, правдивы ли эти слова, но если вы спросите меня, они оба очень красивые и красивые люди. Может быть, они даже влюбились, кто знает. Эта новость удивила вас. Я был очень удивлен и очень счастлив. Демет Аздемир и Энгин Акурек стали красивой парой. Я надеюсь, что вы всегда счастливы и ваша серия продолжает быть успешной. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.